вместе с шиншилком мы заказали консервы, гурме голд, утка с индейкой. Эти консервы нужно было заказывать 24 штуки, то есть две упаковки, в каждой упаковке по 12 штук. Одну упаковку мы почти уже съели, осталась еще одна целая. Здесь заявлена утка с индейкой, но тем не менее в основном в составе здесь рыба. И эта консерва, так же как и другие виды гурме, хорошо усваивается большинством котов. В отличие от других консерв, более дешевых. Вот как выглядит содержимое этой консервы. Здесь есть и крупные кусочки какого-то мяса. Очевидно, утка. И более мелкие. Данную консерву рекомендую вам к покупке на самом лучшем сайте «Шиншилка».